Сегодня наш музыкально-поэтический салон посвящен Дню войск Национальной гвардии Российской Федерации. Ни одно государство не может обойтись без сил, обеспечивающих правопорядок и законность стране. В России в настоящее время одной из таких сил являются войска Национальной гвардии Российской Федерации. Вооруженные формирования предназначены для поддержания правопорядка, обеспечения государственной и общественной безопасности, охраны важных объектов, являются необходимым атрибутом государственной власти. Да здравствует гвардия наша, что с самых петровских веков и русскую честь и отвагу хранит под ударом клинков. Вы самые лучшие парни, вы воины нашей земли. Желаю, чтобы родину нашу всегда защитить вы смогли. Чистые края озерные.
День и ночь кругом грохочут взрывы, день и ночь кружится вранье, и тревожит в огненном порыве сердце опаленное мое, и свистят снаряды возле уха, разрывая воздух, словно дым. Бой идет. Кровавая наука мальчикам уже совсем седым. Гвардии мальчишки, лейтенанты, грудью встав за родину свою, были вы в сражениях дилетанты, звание получили вы в бою. Вам бы жить да жить, не зная горя, тяжести не ведав никакой, день встречать и слушать шум прибоя, охраняя мирный наш покой. Только очень жди.
ручкам со старушками, садик водочку грибкам, чай с ватрушками, продираться по годам, словно ощупью, напевая, как всегда, нашу общую. Па-па-парам, па-парам, па-парам, па-парам.